Станица Смоленской прошла открытая сессия совета. Руководитель поселения Роман Зотов отчитался о доходах и расходах местного бюджета, о том, что удалось сделать по благоустройству в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере. После окончания доклада у собравшихся была возможность задать вопросы. Один из первых – обустройство нового кладбища. В настоящий момент проект генерального плана поселения, из-за которого отчасти эта вся проблема есть, уже находится на финишной прямой. Остаются последние правки, которые были внесены краевыми органами по некоторым вопросам. И я думаю, что к середине года, самое позднее, мы уже однозначно его примем. Еще один злободневный вопрос – текущий ремонт дорог в поселении. Выбраны были улицы, которые в осенний, зимний период, да, мы отсыпали непосредственно, что связано с рельефом, невозможно было подняться в гору, где невозможно было подъехать скорым, такси. И в ноябре месяце мы отсыпали более критичные объекты для того, чтобы в зиму мы вошли планомерно. На весенний период, конечно, мы по возможности спланируем уже и те улицы, которые во второй очереди. Как бы обязательно обратим внимание, задач много, будем поэтапно выполнять. Роман Зотов на посту главы недавно, но уже успел завоевать доверие и благодарность жителей за активную работу. Огромнейшую благодарность сердечную за чистку улиц, что люди вышли, снег был, вышли и можно было спокойно пройти. И инвалиды шли, и дети шли. Спасибо вам огромное. По окончанию сессии деятельность главы депутаты и жители признали удовлетворительной. Поддержал их решение и глава района Андрей Дорошевский. Я только могу пожелать успеха в работе Роману Сергеевичу, всем жителям. Я тоже могу и хочу пожелать, чтобы вы жили и работали одной командой, поддерживали главу, потому что без вашей помощи, без вашей поддержки очень трудно чего-либо добиться, потому что один в поле не будет.